В ВУЗе завершилась спартакиада студентов. В этом году более 3000 участников состязались в 23 видах спорта. Напомним, что спартакиада студентов и как итог спортивный бал – пожалуй, единственное мероприятие, которое проводится со дня основания Ижевского механического института. Обращаясь к победителям спартакиады 2018, проректор по социальному развитию Александр Ушаков заметил. Самое главное – вовлечь в эту сферу как можно больше друзей, товарищей, поскольку в любом случае это физкультура, физическая культура. И я рад, что на сегодняшний день становится не модно курить, не модно выпивать, модно быть стройным, красивым, модно добиваться каких-то результатов, потому что все это входит в ваше портфолио, ваши успехи, результаты, победы на соревнованиях. Поэтому в первую очередь я хотел поблагодарить наших спортсменов, тех, которые сегодня достигли наилучших результатов, и тех, кого мы будем сегодня награждать. Вы – гордость нашего вуза. Ура! В общекомандном зачете по 23 видам спорта победу в спартакиаде ЖГТУ одержали дружные команды машиностроительного, инженерно-строительного факультетов и факультета математика и естественной науки.